Ветераны Челябинской области уже привыкли обращаться к депутату Госдумы Владимиру Бурматову с большими и маленькими просьбами. Часто они становятся инициаторами масштабных изменений – благоустройства парков, дворов, строительства дорог. Но в этот раз южноуральцы пришли с небольшой, но очень важной просьбой. Совету ветеранов Красноармейского района потребовалось обновление оргтехники. Прежняя давно морально устарела и вышла из строя. Вот так уж получилось, что в районном совете ветеранов у нас не совсем новый компьютер, а принтер вообще на ладан дышал. И я с этой просьбой действительно вышла в приемную, написала официальное письмо, и вдруг вот неожиданно, я действительно не ожидала, что вот позвонили и сказали, пожалуйста, приезжайте, вам принтер. У нас не просто мы обратились и нам дали, у нас просто очень дружеские встречи и беседы. Потому что это вот можно в полном мере сказать, что это дружба. Мы дружим со всеми советами ветеранов, потому что наши ветераны и старшее поколение – это вот тот самый социальный барометр, который показывает ситуацию в обществе, настроение в обществе, чаяния, нужды, проблемы, горести, печали лучше всех. Это люди неравнодушные, люди очень активные, которые прожили большую жизнь, имеют огромный жизненный опыт, поэтому очень важно с ними постоянно находиться в общении. Никто лучше них не подскажет, не укажет, не обозначит проблемы, вопросы, которые требуют приоритетного внимания. Приемные депутаты Госдумы Владимира Бурматова за 5 лет работы поступило более 21 тысячи обращений от жителей. Большинство из них удалось положительно решить, остальные на личном контроле парламентария.